Всем привет! Сегодня обзор конструктора супергерои от фирмы Белла. Это у нас модель 10249, 432 детали, 6+. Коробка огромная, большая. Основная информация, 4 персонажа и какая конструкция есть. Коробка огромная, не знаю, есть ли в оригинальной Лего такой конструктор. Кто знает, напишите. Но я что-то не нашел. Значит, у нас 4 персонажа. Енот. По-моему, так, с хвостом. Оригинальный такой персонаж. Давай еще. Вот это я не знаю даже название. По-моему, Doom. Прикольной пушкой. Также в комплекте вот такой вот. Такое, наверное, ружье, правильно сказать. Это ружье, как должен у нас управлять. Как его называют? Енот. В отличие от некоторых оружия, некоторое оружие. Здесь предусмотрено специальное крепление для этого. То есть так это выглядит. Единственный недостаток — это то, что он с этим оружием не стоит. Падает. И также сразу начнем. То есть вот этим каким-то механизмом, или как правильно, транспортом, он должен тоже управлять именно енот. Ну, из-за того, что у него такой хвост большой, его можно, в принципе, и наверх сделать, но все равно он уже в этот транспорт не влезает. То есть надо хвост ему убирать. То есть, если хвост убрать, то он туда еще влезет. Но у него также голова большая. И в отличие от многих, как вот этих фигурок, где вот так вот ноги сгибаются, здесь они не сгибаются, поэтому его сюда очень проблематично поставить. Вот так, если он только встает, стоя как бы управляет. Тоже, можно сказать, недостаток. Конструкция достаточно такая необычная. То есть здесь стекло. Единственное, все детали, в принципе, достаточно качественные. Вот только вот стекло было без пленочки, потому что леговские все идут. Они идут в пленках или в отдельных пакетах. Это немножко, как видите, как бы мелкие царапины на них. То есть оно такое уже полуматовое становится. Естественно, его вот так вот, например, не закрыть. То есть он должен быть в каком-то полуоткрытом состоянии. То есть здесь такое. Хочется так до конца его и так закрыть, не дает это. И вот сложности были с сборкой вот именно этого транспортного средства, так скажем, или как он называется. В принципе, он не ездит. Это какой-то, наверное, типа захват, что вот детали достаточно плотные во многих местах, и вот эти синие детали, там несколько креплений, и они, ну, просто ребенку уже, например, 6-7 лет, и самому было не ставить, я сам учился. Здесь сзади, можно сказать, боезапас есть. Вот так они должны, в принципе, лежать. Но в таком тоже достаточно плотно. В таком положении, если открываем, она начинает выпадать оттуда. Туда куда-то подгоняет, и здесь будет потом типа катапульты сделаны. И такие захваты. И вот этот шарик тоже должен в комплекте, как нарисовано, это у нас должен енот в руке держать. Ну, что-то он здесь очень-очень плохо крепится. Пусть лучше вот здесь держится. Достаточно оригинально, прикольно вот эти захваты сделаны, как на батискафах у нас. И он просто высовывается. Одна легко, другая потяжелее высовывается. И во всем конструкторе были детали очень-очень плотные. Кроме вот этих нижних вот этих креплений. Они выпадают. Но, в принципе, он стоит, да и все. Самое оригинальное, что здесь есть, это вот этот персонаж. Ребенок, наверное, из-за него и купил. Не помню, как он называется. В комментариях напишите. Здесь у нас ноги на шарнирах, он большой, качественный.
вот это все литье цельное, классно сделано, и руки у него вот в таком механизме сделаны. То есть здесь на шарнире, обычно здесь шарнир ставят, а здесь вот так. И очень крутые у него лапы с когтями. Здесь все качественно, ничего не выпадает, вообще классно. Также в комплекте, не помню, кто там должен управлять этим, это у нас вот такая типа пушка, или как он правильно назвать, не знаю, установка. Во многих китайских тоже были вот эти механизмы пушки, они плохо, очень плохо стреляли. Здесь же все это очень хорошо, все качественное, и выстреливают очень далеко. И в комплекте у нас получается две штуки их, что очень удобно, потому что они часто теряются. Здесь оригинальная все такая вещь, катапульт. Также у нас вот такое, такое строение, очень оригинальное. Ребенку очень понравилось сначала. То есть здесь заряжаем. И у нас выстреливаем. Ну, здесь можно помощнее. Улетает достаточно далеко. Здесь крепится на двух креплениях, то есть она вроде плотная, вроде нет, ну встает и держится, в принципе. Так вот. Это сделано для того, чтобы здесь такой механизм нажимаешь, и она типа рушится, ну здание рухнуло. И самое такое вообще прикольное здесь, это вот эта типа платформа. Здесь есть рычажок, ставим мы персонажа, садим или ставим. Ну, пусть лежит. Зажимаем, и он падает. Все это работает. Я думал, что это разболтается. Ребенок, наверное, уже несколько дней играет. И туда проваливается. То есть все это работает, пока еще не разболталось. Все очень просто, но на самом деле работает. Также антенна. И на удивление обычно в леговских остаются какие-то детали. Здесь же ни одной детали не осталось, ну, после сборки. То есть все собрали, ни одной детали не осталось. Все вот эти персонажи, в принципе, выйдут в коллекцию супергероев. Все очень прикольно и хорошо. Ценой это где-то около 1500 стоит, что достаточно дорого. Но со временем это все разберется, и будет из него собираться что-то другое. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.